HP Compact Mini CQ10 является одним из самых компактных компьютеров компании. Несмотря на то, что это типичный нетбук, производитель почему-то предпочитает называть его ноутбуком. Модель отличается небольшим весом и привлекательным дизайном. Проверим, насколько она практична и имеет ли необходимый уровень мобильности. Нетбуки редко отличаются богатой комплектацией, и HP Compact Mini CQ10 не стал исключением. В комплект поставки входит только аккумулятор, зарядное устройство, документация и диск с инструкцией по эксплуатации. Драйверы пользователю не понадобятся, так как ноутбук базово оснащен операционной системой Windows XP Home Edition и полностью готов к работе после первого включения. HP Compact Mini CQ10 выглядит достаточно скромно, хотя производитель и указывает, что в модели используется новая уникальная отделка Imprint Unity. Корпус устройства обтекаемой формы, закругленные углы и глянцевая верхняя панель выглядят очень гармонично. Зеркальное покрытие также использовалось и для отделки рамки окружающий экран. Все же остальные элементы корпуса сделаны матовыми, что снижает вероятность появления потертостей и отпечатков пальцев. Несмотря на использование облегченного аккумулятора, вес нетбука составил 1,17 кг. При этом от батареи компьютер может проработать менее 3 часов, чего недостаточно для полноценной мобильной эксплуатации. В HP Compact Mini CQ10 установлен 10,1-дюймовый дисплей с матовым покрытием. Такое решение в последнее время встречается крайне редко и может быть решающим для пользователя, которому необходимо работать на открытом воздухе, не беспокоясь о появлении бликов. Важно и то, что здесь реализована светодиодная подсветка, обеспечивающая высокую яркость изображения. Разрешение экрана составляет 1024 на 600 пикселей. Клавиатура занимает большую часть рабочей панели. Это решение имеет как существенное преимущество, так и недостаток. Крупные клавиши отлично подходят для работы с текстами, но недостаточная площадь предладонной панели не позволила разместить привычный тачпад. В результате управляющие клавиши расположены по бокам от сенсорного поля, что требует некоторого привыкания. Тачпад оснащен зоной вертикального скроллинга. Дополнительно на передней грани нетбука установлено два переключателя. Один используется для включения компьютера, а второй для активации беспроводных модулей. Достаточно мощные, как для нетбука, динамики встроены непосредственно под дисплеем, а объектив 3-мегапиксельной камеры и микрофон находятся над ним. Система охлаждения работает довольно тихо. Теплый воздух выводится через левую грань корпуса, а рабочая поверхность нагревается очень слабо. HP Compact Mini CQ10 – один из наиболее доступных 10,1-дюймовых нетбуков. Именно поэтому пользователю не стоит рассчитывать на высокое быстродействие системы. Здесь используется процессор Intel Atom N270 с частотой 1,6 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 2 ГБ. Для хранения пользовательского контента в нетбуке предусмотрено 160 ГБ дискового пространства, а за решение графических задач отвечает интегрированный модуль Intel GMA950. В тесте PCMark 05 компьютер набрал 1513 баллов, чего достаточно для выполнения исключительно базовых задач, и просмотр видео высокой четкости скорее станет настоящей проблемой. Примечательно, что относительно невысокая стоимость не помешала укомплектовать HP Compact Mini CQ10 беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth. На левой грани корпуса пользователь увидит интерфейс USB 2.0, отверстие кенсингтонского замка, гнездо зарядного устройства и совмещенный порт для подключения наушников и микрофона. Противоположная сторона содержит еще два разъема USB, видеовыход VGA, гнездо сетевого адаптера и картридер с поддержкой форматов SD, MMC, XD, MS и MS Pro. HP Compact Mini CQ10 – один из наиболее доступных 10,1-дюймовых нетбуков. Невысокое быстродействие компьютера и слабую автономность компенсирует матовый дисплей, способный значительно повысить продуктивность работы, особенно на открытом воздухе.